DHL пришла посылка. Репакет. Видите, порванная была и зарагованная обратно, заклеенная скотчем. Ну, проверим, что у нас внутри. Я-то знаю, что должно быть внутри. Посмотрим, что пришло. Ладно. Ну, в общем, вот. Скотч. Репакет. Открываем. О, и тут. Репакет. Ага. Порвали в DHL посылочку. Ну, откроем с этой стороны. Та-дам! Дуги X5. Ну, на вид вроде коробка целая. Даже по сравнению с обычной почтой я почти не помялась. Так. Характеристики есть. Ну, это модель, понятно. Наклейка магазина. Та-дам-та-дам. Ага, вот. 5 дюймов HD разрешение экран. 1280 на 720 точек. MTK6584 ядра, Android 5.1, 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт хранилища, камеры 5 и 8 мегапикселей. 3G, 4G не поддерживает. Дуги X5. Ну, откроем, включим, посмотрим. Да, коробка такая бюджетненькая. Аккумулятор, наверное, внутри. Где тут пальцем можно зацепиться? Ну ладно. Слоты под карточку и под две симки. 3D стерео саунд. Круто. Мюзик. Ну, проверим в обзоре. Ладно. Расклеим батарейку. Так, зарядное устройство у нас на сколько? На 700 миллиампер под европейскую вилку, кабель в комплекте и все, гарнитурки нету. Так, настройки, язык. Русский. Где русский? Вот русский. О, так привычнее. Итак, о телефоне. Android 5.1. Бум. Видно? Мы стали разработчиком. Что показать? Так, где у нас?
Отображать касание. Сколько? Раз, два, два. Сливаются? Не, по горизонтали не сливаются. Одно, вот второе. Так, что у нас здесь? Память. Всего 8, доступно 4,5. Приложение. Что у нас с оперативкой? Ну, цифру видите сами. Два касания. Ой. Ага. Вот так они сливаются. Ладно, это будет в обзоре полноценном. Это мы сейчас отключим. Где у нас тут отображать касание? Wi-Fi, Bluetooth, сим-карты. Все по старинке, все привычно. Гостевой режим есть. Жесты всякие. Тоже будет в обзоре. Ну что, сверху микро-USB и гарнитурка. Справа выключение блокировки кнопка и качелька громкости. Снизу микрофон. И динамик слева. Ничего. Не дозащелкнул. Вот. Все в порядке с крышкой. Ну что? На этом распаковка закончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Лайки. И делитесь этим видео в соцсетях. Всем пока.